cut so much you thought I was a DJ. Всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и со мной сегодня мистер Хромер, поздоровайся. Всем привет, ребят. В общем-то, мы продолжаем строить механический дом в Майнкрафте, давненько у нас не было постройки дома, так, я уже забыл, как выйти из режима одного, ладно, неважно. F5. Вот, давненько у нас, как я уже сказал, не было постройки механического дома, в общем-то... Что мы сегодня делать будем? Сегодня мне Хромер будет помогать с декором вот этой вот комнаты. Так, иди сюда. Какого хрена там дверь не работает? Вот сюда. А чувак, там же этот. Точно. Вот сюда. Иди. Вот. Вот, да, с декором просто... вот этой вот комнаты. Он мне будет помогать, то есть там будет свет делать и там как-нибудь декорировать. А я не знаю, что я с этим буду делать. Наверное, буду делать тот портал. Так что давай, чувак, декорируй. И мы без шейдеров. Обидно. Вообще, жизнь и огорчение. Я уже сразу приступлю. Так, а я пойду делать портал. Сейчас у меня будет очень геморное дело с системой Scoreboard. О май гад. Ненавижу я, если честно. Вообще, эти командные блоки меня пугают. Они упрощают жизнь значительно, но... Команды эти все учить, блин, такой ощущение, что в школе на алгебре сижу. Ага, так, а ну-ка. Скорборд код 1, код 2, ну, надо проверить. Скорборд... Да, я тут ферму в поле сделаю. Где? Вот прям тут, прям посередине такой входишь, и тут ферма курит вообще. Зачем? Ну, ради прикола. По фану? Да, ради фана. Мы же любим фан. Делай, короче, декор. Ладно, давай. Чё, кнопочки, как всегда, на красненькой, да, шерсти? Ну да. Так, а я погнал, короче, делать этот... Грёбаный портал. Я тут без съемок уже... Чуть-чуть расширил эту территорию. Вот такая вот у него. Такой вот будет портал. Я же все равно его буду делать. Точнее, я буду дом выпускать на версии 1.8. Вот, так что. Так что не лицушники. Переходите в магазин, который у него есть там на шапке. Покупайте лицуху. Скорпя реклама. Черный пиар. Так, у меня, оказывается, уже скорборды готовы, так что сейчас будем делать другую тему. По-быстрому свет тогда подключу. Теперь нужно... Блин, а я забыл, какая команда. Фак. Ладно, окей. По-моему, минимальная. Ладно, окей, тогда сейчас как-нибудь... Вот эта дверь, она работает или нет пока что? Какая? Вот эта, которая крейзит. 3 на 3? Да. Да, работает. Тогда вот. Работает там все подключено, все хорошо, все работает. Вот так берешь, нажимаешь на кнопочку. Чудо! Не произошло. А, стоп, какого хера? А, мы ж перешли на версию, на новую. На старую. Да, точно, на старую. Значит, я за это сам... Вот, все работает, теперь работает. Я сделал кнопочку. Да какого хрена не работает? Давай другую этого. А, нет, все, тут не было дропа просто. А я дверку такую придумал, она вообще шикарная. Тут дропа просто не было. Теперь все окей. Прикинь, я, короче, дверь имя дал. Какое? Я назвал ее шикарная. Это у меня в телефоне ВК. Ага. Я там. Так, кстати, на сбра... Хотя нет, с браузера я не буду выходить, я не хочу. Мне нужно вспомнить команду одну, очень хитрую. 1, 2, 3 блока у меня получается, да? Ой, я не помню. Так, ладно.
чего подключать? Так, какой тест for блок? Просто тест for. Собака А. И теперь нужно. Так, я сразу таблички восстановлю, чтобы мне знать, что. Так, как теперь там писать, я уже не помню. Что там, уголь и мясо, да надо? Горе. Нижнее подчеркивание, по-моему, так. Мин. Нижнее. А, нет, подожди. Блин, я не помню уже. Гребаную команду. Так. По-моему, так. Мин. Нормальная. Ни хера не отправляется. А, кнопочка. Так, код 1 равно 1. И теперь пишем запятую. И тут ран. Горе. Нижнее подчеркивание. Код 1. По-моему, так равно 1. По-моему, так. Я не помню. Вот честно. И вот так. Вставляем. И теперь. Тут же, по идее, еще и столовая будет, да, если я не ошибаюсь? Где? Вот в этой комнате, которую я сейчас декорирую. Нет, не будет столовой. А я тут стульчики чуть не расставил. Пойду стол выкину нахрен. Сейчас приду, секунду. Да. Так, а мы пока продолжаем, собственно говоря, строить наш механический портал. Так. Сейчас будет немножечко лагать. Все, я тоже. Ага. Стулья вообще охреневшие, скажу вообще. Так, и пробуем. Ставим кнопочку. Так, а ну-ка. Scoreboard Objectives ADD. Ай. А нет, стоп, не ADD. Set Display. Какой лист? Тут какого хрена? Debar код 1. Вот. Ага, значит, я неправильно расставил это все дело. Да, я неправильно это все расставил. Вау. Так. Давай. Значит, физическое. Все делаем. Ctrl-C. Так, у меня на улице ездит мотоцикл. Надеюсь, что вас на записи слышно не будет. Нет, не слышно было сейчас. Так, и теперь тут, по-моему, мин, нижнее подчеркивание. По-моему, так. Если не так, я не знаю, что сделать. Я пожалуюсь маме. Так. Ну я пожалуюсь маме. Так. Сейчас обоссусь. Если так. Код 1. Блин, я не помню. Эту гребаную команду. YouTube в помощь. Так ты думаешь, знаешь эту команду? Ну, я... Нет, YouTube знает, отвечаю. YouTube? Да-да-да! Да-да-да! Все понял. Отвечаю. Я неправильно написал все это дело. Там надо было сначала код писать один, а потом мин. Вскоре, нижнее подчеркивание, код... 1, нижнее подчеркивание мин, равно 1, запятая, скоре, равно, ой, нижнее подчеркивание. Чувак, магия! Что такое? Отвечаю, дверь заработала. Код 1, равно 1. Ой, чё-то я... Ладно, не, всё правильно. Теперь по идее. Вот, теперь тестится, отлично. Теперь нужно код. Ага, я сюда еще не ввел, да? Или ввел. Я собак начал гавкать. Ну вообще шикарно. Так, это у нас получается теперь код 3 изменить, только надо будет и все. Ctrl-C. Слушай, а вот смотрите.
Я здесь, конечно, не настаиваю, но собаке, если дать успокоение, то, отвечаю, она гавкать вообще навсегда перестанет. Ну, это как она, валерьянка у кошек называется. Отвечаю, она перестает гавкать. Стоп. У меня теперь собака. Нормально, тут надо будет сейчас проверять все эти командные блоки. Я, короче, написал, а у меня получается этот... Да, я перепутал. Получается, на равно поставил 4, а вместо код 4 поставил код 1. Теперь это все нужно проверять и смотреть. Разница какая? Тебе будет даваться код, получается, в системе Scoreboard уже у меня прописано код 4. И тебе будет, получается, даваться код 1, будет тебе даваться 4 очка. Вот. И это как бы не нужно. То есть, я так понимаю, вот код 1, это который табличка справа? Иди сюда. Иду. Ко мне. Вот, смотри. Здесь, короче, вот они, командные блоки. Которые scoreboard, player set, собака p, код 1, 1. Они тебе, получается, дают одно очко в систему scoreboard, код 1. То есть вот здесь у меня, получается, идут test for. А, я это уже сделал, оказывается. Значит, уже не нужно его делать. Вот, оно, получается, тебе дает систему scoreboard. Именно значению код 1 дает одно очко тебе. Вот даже можешь нажать на вот эту кнопку, и у тебя, по идее, сейчас должно было быть этот. У тебя есть сбоку табличка? Да-да-да, одно очко дали. Вот, видишь, оно тебе дает одно очко. А если будет наоборот стоять, то оно будет спорить совсем по-другому. Все это. Ну, это круто, отвечаю. Да, я тут тоже неправильно все это ввел. Ну ладно, сейчас тогда будем заново это все вводить. Как мне в мою комнату попасть? В какую? В твою, в мою, которая с печками. А просто берешь сейчас и попадаешь. Go за мной. Или просто телепортируюсь. Давай. Ой, что-то если ночное зрение бесконечное дал. Вот. Ага. Если что, вон я, вон там все это дело. Все нашел. Так, а я пошел дальше делать. Слишком вежу. Ой, ну ты знаешь, что проверить? Записывается ли твой... Да, все нормально, записывается. Ctrl-V. Дети молоко, будете взрослее, где? Так, блин, задолбал эту собаку гавкать. Я тебе говорю, спокойно ей дай. А, да, точно. Нужно подальше сделать вот эту мигалку. Ну ладно, так, код 2. Смотри, а не проще было сделать так вот, чтобы... Смотри, ничего. Так, сейчас, что, где? Блин, ладно, я уже все путаю. Что? Смотри, можно было просто сейчас в эти печки уголь заложить дофига прям по стаку, да? Вот эту вот штуку всю закрыть, просто со свининой. А, смотри, чувак, а когда уголь закончится? Ага. Еще наложить? Да. Ну смотри, вот... Просто через воронки ты никак не наложишь уголь, потому что здесь схема. Херась. Ты никак не наложишь уголь. А нахера вот эти поршни нужны? Они, короче, когда вагонетки проезжают по нажимным рельсам, они, короче, убирают здесь рельсы и внизу бок. Ну, смотри, короче, сейчас тебе покажу. Да просто так объяснить. Они что, их толкать умеют? Вот, смотри, сейчас. Я Америку открыл. Вот, смотри. Что оно не сработало. А, ну ясно. Здесь тоже у нас... Видал? Я тебе сказал, Америку открыл. Здесь у нас тоже нету блоков. Нормально. Ладно. Так сюда блоков положим. Ну, это тифлиплоп, да? Или что это такое? Это таймер. Вот, смотри, как должно все быть. Вот. Лянь. Когда лянь. Когда проезжает, вот так вот это все будет выглядеть. Охренеть.
и вагонетка просто ездит туда-сюда определенное время, и все. Да ну нахрен, я в этом не разберусь. Мне вот проще какие-то паленненькие такие 2-3 на 3, которые не суперкомпактные. Тут в чужих схемах, конечно, разбираться это гемор. Не то слово. Вообще я пытался там разобраться в некоторых схемах. Так это просто такой ад. У американцев особенно. Я тебе там это упрощенный ход построил. Сейчас четыре. Взлетать. Сейчас подлечу, посмотрю. 5. Сделаю все по-трудному, как я умею, потому что компактно я не хочу все это делать. Компактно. Слабо по фасту. Что по фасту? Замутить механизм вот этот вот. Сейчас прям. Давай прям. Сейчас. Не, сейчас не, сейчас я занят и другим тут делом. Нет, командные блоки. Мне своего проекта хватает, который я еще не выпущу. Никак все не могу доделать, который я тебе говорил. А, вот, и блин, там такой тоже ад, там на 1.8 делается. Я эти команд практически не знаю, и там просто жизнь. Так, доходит сигнал. Да, доходит, обновляется, все окей. Так, значит, у нас должно будет ставиться в ячейку 1 именно такая глина. Здесь так. Окей. А если мы промахиваемся, то у нас будет все удаляться. Правильно. Отвечаю правильно. Буду. Так, здесь нам надо будет сделать линии. Такие вот небольшие. О, командные блоки, как я вас люблю. Везет тебе. Командные блоки любишь. А меня девка никак полюбить не может. Подкатываю к ней третий день уже. Все нервы вымотал. Да уж. Бывает такое. В жизни огорчение. Ага. Когда кончается печенье. А макароны. Окей, так. Здесь линии сделать, которые у нас будут убирать наши значения. В принципе, что я парюсь, можно было бы под одну это все увести, ну ладно. Сейчас выведем это все под одну и будем париться. Что еще такое можно? Точняк, отвечаю, был без пыли вот так. Все ноль. Ну, уже, наверное, блоки ставить и так далее. Это я сделаю на 1.8, уже перейду потом на съемок. Сделаю на 1.8, все остальное. Звуки и так далее. Частицы. Звуки? Да, частицы, звуки. Блин, у меня опять этот лаг. Этот лаг мне не нравится. Который, и? Когда этот, знаешь, с ночным зрением или вообще, я не знаю. А, красный быть. Факел-то надо брать. Да, ставить. Красный факел собрать и ставить. Тогда мне вообще просто бесит. Так, это мы ставим, значит, вот сюда. Да, кстати, сейчас так. Ребят, многие скажут, можно это было сделать и проще. Я знаю, что можно это проще, но мне впадло. Короче, нам посрать. Мне впадло думать. Реально сейчас. Я же говорю, как я строю дом механически. Одну серию отснял и забил. Не чисто впадаю это все делать. Сейчас прокашляюсь. Господи. Так. Да просто этот. Короче, в 14 лет у меня почему-то начался срываться голос. Я не знаю, что с этим делать. Может ломаться? Ой, да, ломаться. Я его ломал, он так, тварь, в 14 лет начал срываться. Так, ладно. Видал, какой у тебя проход? Нормально. Ладно. Я тут еще могу толчок замутить, вообще охрененно будет. Хочешь, я открою тайну, мы уже 20 минут снимаем. Да ладно. Да.
Я нихера не сделал, зашиб. Я тоже. Ну ладно, давай уже 40 минут отснимем, и уже потом я порежу эту серию. Давай ради фана. Так, я уже хоть доделаю здесь эту хрень. Всё. Так, а здесь мы уберем, здесь мы уберем. Че, реально 20 минут снимаем? Да, 20 минут. Да, ну, нафиг. Если не считать те 10 секунд, которые мы вначале молчали. 15 или 10. Так, это получается бегунка. Точно, у тебя же бандикам, ты видишь, сколько ты снимаешь. Не, у меня таймер. У меня стоит, короче. Такая тема с таймером. А, все, я понял. Вот, на телефоне я включаю все время, когда записываю. Ты же слышал на телефоне? А, да-да-да. Я думаю. Звук был. Так, получится 1, 2, 3. Так, там получается 4. Надо изменять. 4, 0. А, нет, все-таки тут все полностью надо ставить. Я протупил как-то. Лыжника добавить можно будет вообще дикий фан такой. Так, здесь нужно ставить 1-0. Здесь нужно ставить 2-0. Здесь нужно ставить 3-0. Здесь нужно ставить так, тут 4-0. Тут нужно ставить... Я слышу твою собаку, она охрененная. Ага, очень. Я люблю ее, очень люблю. Особенно когда записываю видео, это просто жесть. Начинает гавкать. Скотина. Я материться не хочу, у меня все-таки высоконравственный канал. Ну как, была одна серия. Я пытаюсь видео как-то не материться. Я тоже видео не матерюсь. Ну, пытаюсь. Иногда просто выводит очень сильно. Бывает, да, согласен. Так что нужно как-то вставить, но иногда запикивать это надо будет. Ну, на видео я все равно. У меня только одно видео, где я матерюсь. Ты вот как, интересуешься делами блогеров? Блогер. В каком плане? Ну там типа, что они видео выкладывают, какие скандалы про них. А. Это все фигня. Да, знаешь такого Захарку? Ну да, знаю. Капец, она задолбала эта собака лапку. Я сейчас хочу. Я палку прям, бывает, беру так. Там маленький ребенок плачет снизу так. В коляске так. Так, здесь у меня получается будет вывод. А нет, все-таки мне нужно будет сделать. Чувак. Тебя-то хоть собака лает, а у меня этот, соседи Wi-Fi воруют. Говорю, они, короче, отвечаю, они у меня Wi-Fi воруют. Я сижу, бывает так это... Так пароль поставь. Так у меня стоит пароль. Как так-то? Брут. У них, короче, этот там сын... Сын программист. Да-да-да. Гаваник у меня Wi-Fi стырил. Бывает. Я говорю, батя расскажу, он тебе уши надерет. Он говорит, мне посрать, ну все. Бывают такие соседи. У меня видео одно, которое весит там, к примеру, минуту, оно выкладывается. Минуты две. Чувак, у меня видео, которое весит минуту, у меня оно может выкладываться до часа. Да ладно. Да. С таким интернетом. У меня провайдер просто шикарный. У меня интернета не было 5 дней. У меня был, получается, ну, шторм, ураган, все дела, короче, ветер сильный. Вот, и они, короче, звоню в провайдер, ну, свет нам уже дали, все, звоню в провайдер. Они говорят, типа, ну вот, сегодня мы все сделаем. Короче, вот в этот же день интернета не было. Звоню им на следующий день. Они говорят, типа, ну, бригада выехала, все делает. Я такой думаю, ват, что-то нифига не это самое, интернета нету. Вот. В общем, не звонил в другой день. Потом, короче, на один день звоню. Уже в субботу это было. Звоню им, короче, они такие говорят, ну, интернет будет в понедельник. Бригада будет в понедельник, короче, делать интернет. Я такой думаю, шикарно. Чё, нормально? Вообще отлично. Сидел без интернета 5 дней. Вот, и то видео не мог выкладывать и так далее. Захожу в ВК, в этот
открываю личку, у меня сообщений 39 видео. Я думаю, ё-моё. Вот, кстати... А ты бы знаешь, что сделал? Короче, дал бы им номер вот своего этого. Я уже хотел молотого готовить.